Привет всем! Как вы, может, знаете, может, нет, мы переехали, и я вам быстренько покажу наш новый домик. Вот такой вот подъезд. Дом в джунглях. Тут вокруг у нас кокосовые пальмы, банановые, фермы. Тут вот у нас храм возле дома небольшой. Один. Там вот еще второй. Это наша парковочка. Байк наш стоит припаркованный. Это вот вход в дом. Львы, которые на воротах. Это такой звонок полейский. Вот, позвонили. Можем заходить. Значит, вот это у нас такой двор. Здесь такой уголочек есть, еще один храм. Как же без этого? Вот, очень красивая стена сделана, декоративная. Кактусы, пальмы. Ну и вот сам дом. Совершенно офигенная веранда. Лариска, вот мы уже тут расположились, подвесили ТРХ-петли, гамак. Раскидали немножко вещей. Сейчас покажу вам дом внутри. Вот такие вот двери шикарные. Коридор. Здесь у нас есть две спальни. Одна. Ну вот. С кондиционером. Ванная здесь очень здорово сделана. Ванный туалет здесь практически под открытым небом. Можно вот так вот стоять, лежать, принимать ванную прямо под пальмами и под облаками. Так. Вот здесь еще есть большая комната. Тоже все с вентиляторами, но с кондиционером только две. Кабинет с батутом. Картины красивые тут у нас висят в комнатах. Так. Дальше. Здесь наша спальня. Была кроватка, кстати, раскладная, детская. Сёмка пока еще в ней не спит, но мы не теряем надежду. Вот. Здесь у нас лестница на крышу. Я так понимаю, что хотели. Здесь кухня. Небольшая, но очень уютная. Все есть, как бы микроволновка. Это задний двор, на котором есть газебо. С массажным даже столом. Большой задний двор. Это манговое дерево, но оно уже сейчас не плодоносит. А вот это у нас, по-моему, лимоны или лайм. Лайм, наверное, судя по всему. Вот. Сейчас поднимемся еще на крышу. Вот это единственный момент, который нас смущает, то чтобы Сёма здесь не скакал по этой лестнице, но мы надеемся, что все будет в порядке. И вот эта вот крыша, можно на наш двор посмотреть сверху. Вот. Очевидно, тут планируется постройка. Еще чего-то, ну не знаю. Вон видно нашу водонапорную башню, крышу газеба. Вот рядом у нас гора. Вот в ту сторону, где-то там океан, недалеко, минут 5. Пешком, наверное. Ну, может, 7. Ну, в общем, вот так вот мы перебрались. Городок под названием
Чандидаса на юго-востоке острова Бали. И теперь будем жить здесь. Но будем еще рассказывать. Пока офлайн, потому что с интернетом мы еще не решили. Все, пока-пока.